приветствую. Это я сегодня в костеле. Хочу попробовать снять мшу швенту. Ну вот сегодня перед мшой выступление молодых здесь. Иногда такое бывает. Здесь очень часто бывает, что вот выступают разные группы. Костел живет. Это вот приготовление к мше швентой. Зажигают свечи. Это наш костел святого Петра и Павла. Вот здесь мы крестились в Кунстоне. Тут мы венчались перед этим алтарем. Thank you.
наш пробощ вышел. Нашего костела. Сейчас будем читать Библию. Весь костел говорит. То, что верит в единого Бога, в Его воскресение, в Его крест, в Его спасение. Без знания веры это говорят, конечно же, стоя. Сегодня наш костел, который называется Святых Петра и Павла, и как раз вот праздник сегодня Святых Петра и Павла. Когда у нас кости крестились, то им тоже были даны вторые имена. Большой Костик у нас Петр, а маленький Костик у нас Павел. А мое второе имя было Анна, дали мне при крещении. Подносят дары. Смывает руки. Начинается самая, можно бы сказать, важная часть мши. Вот идут люди и собирают. За вас
Подходит к Табернакулуму, берут, будет сейчас, люди будут подходить и причащаться. А вот в очках это наш ксёнс, ксёнс Марик. Очень хороший человек, он нас крестил, он нас венчал. Вот, сейчас люди будут подходить. Самой мессы пробожец делает такие оглашения, что происходит в костеле, что будет на этой неделе, какие мши, какие швенты.
Наконец-то у нас наступило пенкне польское лято. Очень хорошо. Посмотрите, какое синее небо. До этого недели были дожди, 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 дожди. И вот сейчас уже целую неделю почти нету дождей. Так хорошо. Сегодня не жарко. Обычно, когда жарко, здесь вообще 30 градусов, а такое ощущение, как будто здесь 40 градусов, потому что влажность большая. Но вот сегодня, видимо, нету 30 градусов, где-то градус, наверное, 25. Ну, очень хорошо, очень хорошо. Вот, это такой парчок очень хороший. Около костела Петра и Павла. Вот такой фонтанчик. В этом фонтане вода то прекращается, то опять начинает, то прекращается, то опять начинает. Мне вот очень нравится, что в Катовицах есть вот такие вот парчики. Вот около нас, в Лос-Анджио, вот этот вот, люди отдыхают. Очень хорошо. Очень хорошо.